обычный пасмурный вечер. Андрей шел по лесу. Его старая потертая камуфляжная куртка цеплялась за ветки деревьев, тяжелые и подтекающие солдатские ботинки проминали покрытую пожухлой хвоей почву. Даже усталый и изнеможенный, он шел быстро, уходя подальше от опушки леса. Предположительно, он был недалеко от Ильинцов, но точно сказать не мог, так как потерял карту местности, хотя из-за непостоянства зоны надеяться на которую все равно не приходилось. На плече у него был автомат Калашникова, за спиной рюкзак. Он шел по лесу, то и дело оборачиваясь и пристально всматриваясь назад. Андрей глянул на прибор. Магнитное поле в норме, значит, наверное, никаких фокусов от зоны ждать не придется. Раздался крик. Андрей повернулся, машинально скинул автомат с плеча, его палец скользнул на курок. Андрей пошел на крик. Подойдя к окраине леса, он увидел несколько псов, поедающих чье-то тело. Раздалась пара автоматных очередей. Да, мутировавшие псы задрали человека, теперь смотревшего с земли своими безумными мертвыми глазами на Андрея. Вокруг была поляна, на которой лежало несколько трупов собак. Метрах в 50 стоял не сильно разрушенный однокомнатный дом. Андрей пошел к дому. Зашел внутрь. Там было сыро и пахло гнильем. В углу стояла разодранная койка, посередине разломанный стол. Койка представляла отличную возможность переночевать с комфортом, поэтому он вышел и оттащил все трупы подальше от дома, чтобы не привлекать новых хищников и падальщиков. Закопать он их не мог, так как было нечем. Сжечь было также невозможно. Вся древесина вокруг была сыра. Стемнело. Вернувшись в дом, он закрыл дверь, положил автомат рядом с койкой, рюкзак бросил на стол. После чего лег, изнеможенный. Он начал перебирать в уме все события, произошедшие с ним за этот день. Псы. Было много псов. Там на опушке я застрелил около 10 штук. А тут еще несколько. Его глаза закрылись, Андрей погрузился в дремоту. Боль! Ужасная, жгучая, выворачивающая внутренности наизнанку боль прожгла все тело сталкера. Она длилась мгновение, но этого мгновения было достаточно, чтобы вскочить, инстинктивно схватить автомат и оглядеться. В комнате никого, пусто. Лоб Андрея прошил холодный пот, бешеные удары сердца отдавались в висках. Он вышел из дома. Сквозь темноту Андрей услышал глухое рычание. Он подался назад, схватил фонарик из рюкзака. Отблеск света фонарика отразился в десятках зеленых глаз. Черт, эти псы снова пришли. Наверное, запах крови. Андрей снова дал пару автоматных очередей и зашел в дом. Утром они уйдут. Наверное. Он снова лег на кушетку. Это был кошмар. Просто кошмарный сон. Ничего более. Боль! Опять жгучая, абсолютно невыносимая боль. Андрей вскочил. Зона. Это зона. Она со мной играет. Черт. Вдруг он начал сомневаться, что он первый, с кем поиграла зона. Он вспомнил своего предшественника. Надо уходить. Срочно. Валить немедленно. Думал Андрей, валясь с ног от усталости, но все же собирая рюкзак. Он взял автомат, рюкзак, пошел к двери. Псы! Пронеслось в голове у Андрея. Прорвусь. У меня еще 22 патрона в магазине. Он взял и зажег фонарик и вышел. У
Увидев первого пса, он его застрелил. Андрей огляделся. Вокруг него рычало еще несколько, но их постигла такая же участь, как и первого. Он побежал от дома, бежал до тех пор, пока не уперся в стену, бетонную 4-метровую стену. Пошел вдоль стены, пока не прошел круг и не вернулся в то же место, откуда начал. Ловушка. Все. Мне конец. Мысленно похоронил он себя. Стена была гладкой, на нее не представлялось возможности залезть. Вокруг исчезли все деревья, с которых можно было перелезть через стену. Андрей медленно пошел назад. Псов уже не было. Наверное, он уже всех перебил. Вернувшись в дом, он снова оглядел комнату. На этот раз его внимание привлекла какая-то вещь, валяющаяся в углу. Раньше ее здесь не было, он был уверен. Он поднял ее. Рация. Старая-престарая рация образца 2003 года. Он снова почувствовал надежду на спасение. Андрей включил рацию и вышел на первый попавшийся канал. «Все равно, кто меня найдет. Хоть военные, хоть сталкеры, мне уже все равно. Только вытащите меня отсюда, потом хоть в тюрьму сажайте», — думал он. «Всем, кто меня слышит, СОС, я в зоне, помогите, СОС, пришлите спасателей, кого угодно, СОС, помогите». Андрей взглянул на GPS и продиктовал координаты. «Четыре дня! Почему так долго?» «На вертолете не подлететь. Сильный магн». Из рации послышалось пищание, шипение и завывание. «Прием! Меня кто-нибудь слышит?» Шипение. Андрей со злости швырнул рацию в тот же угол, где и взял. Прибор показывал сильное магнитное возмущение. «Четыре дня! 4 дня не спать! За мной придут. Меня спасут». За дверью послышалось рычание. «Сколько здесь трупов? Да уж». Двое людей в новенькой военной форме вышли на поляну. «Вон тот дом, наверное. Посмотрим». Они зашли в дом. В углу сидел человек, сжавшись в клубок, параноидально бормоча себе под нос. «Нельзя спать, нельзя спать, нельзя спать, нельзя спать». «Господи, что это с ним? Не знаю. Может, шок?» «Нельзя спать». Человек медленно повернул голову к солдату. «Нельзя спать. Я спасен», — монотонно пробормотал он. «По виду он не спал с неделю», — сказал один из солдат. «Ладно, уже вечер. Переночуем здесь», — сказал другой. «Нет!» — с сумасшедшим видом завопил Андрей. «Не спать! Надо идти! Нельзя спать!» «Плохо у него дело. Успокой его».
Андрей вскочил и побежал к двери. Солдаты схватили его и пристегнули двумя наручниками к койке. Дай ему снотворного. «Нет!» – вопил Андрей. «Он сошел с ума», – сказал солдат, вкалывая ему успокоительное. Андрей задергался в конвульсиях и успокоился. «Он уснул?» – спросил один солдат. «Нет, кажется, умер», – щупая пульс, ответил другой. «Умер? Из-за чего? Я что, доктор? Спроси чего попроще». «Ладно, черт с этим психом, будем спать. Что-то не нравится мне это место. Может, пойдем отсюда? Я сказал спать, значит спать. Я на кровати, ты на полу». «Ну ладно». Они улеглись. «Спокойной ночи! Спокойной ночи!» А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки и лес рядом. И ни радиации тебе, ни тварей, ни сволочей разных. Да, вот ведь как грустно все выходит.